Ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам индексируется сегодня на 2,5%. Эту социальную выплату получают инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации и другие граждане. Всего на Дону 450 тысяч человек. На 2,5% проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Федеральные льготники могут выбирать, получать социальные услуги в натуральной форме или деньгами. С сегодняшнего дня стоимость набора социальных услуг увеличилась до 1075 рублей в месяц. В набор входят обеспечение медикаментами – 828 рублей, путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 рублей, бесплатный проезд в электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 119 рублей.